На созданной в прошлом году точке притяжения города в театральном сквере впервые прошла торжественная церемония вручения паспортов щелковцам. Главный документ виновникам торжества вручил лично глава округа Андрей Булгаков. Он поздравил ребят с этим важным в их жизни событием. Быть лидерами, развиваться ради города, для ваших семей и достигать наивысших успехов. В таком формате в преддверии 12 июня, Дня России, мы проводим впервые в нашей точке притяжения в театральном сквере. Современная обустроенная зона для отдыха и досуга щелковцев разных возрастов появилась благодаря лидерству команды муниципалитета среди всех округов Московской области.